Приветствую всех, друзья! Сегодня мы рассмотрим наиболее интересных насекомых с острова Черепа. Нокс мускус – прожорливые летающие хищники, однако для других мелких позвоночных особой опасности не представляют, за вычетом улиток-вампиров, их любимой добычи. Улитки-вампиры питаются соком нескольких видов деревьев, прячась среди их коры. Их крепкие завитые раковины защищают владельцев от многих хищников размером с осу. Но Нокс мускус вооружен достаточно хорошим оружием для охоты на них. Длинная, немного гнутая, но крепкая трубка защищает моллюска от осиной морды. Нокс мускус пытается извлечь жертву из раковины, переворачивая или сбрасывая с ветки вниз, чтобы можно было нанести удар хоботком по незащищенному входу в раковину и выпить сок улитки изнутри. Высокая плата за рождение потомства – характерная черта насекомых. Но Унгуасилис сделал это частью своего образа жизни. Самка откладывает оплодотворенные яйца на карапакс или панцирь самца. Они прирастают к нему и вылупившиеся личинки поедают питательный экзоскелет самца. В течение нескольких дней прожорливая парша заживо поедает своего отца, после чего претерпевает превращение в миниатюрное подобие взрослой осы внутри высохшего тела своего родителя. Навозный жук или нигрокосида, что означает темный шлем, является жуком-скарабеем с острова Черепа, достигающим от 3 до 4 дюймов в длину. Благодаря огромным травоядным, таким как бронтозавр, впечатляющие месторождения навоза были в изобилии на острове Черепа. Навозные жуки нигрокосида неустанно собирают небольшие шарики из помета динозавров, сохраняя их про запас. Главный враг жуков – белая клинообразная голова или каниа тусорис, 16-дюймовая ящерица, которая специализируется на поедании навозных жуков. Длину навозной жуки достигает от 7 до 10 см, в росте от 3 до 4 см и весит при этом от 10 до 15 грамм. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал или вступите в группу канала, ссылка будет в описании. Там вы сможете узнавать о выходе новых видео. Поддержите проект.